Да, я на месте. Хорошо, мы приветствуем Людмилу, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо. Конструкция мешает, Вера? Убрать ее? Она как щелкунчик, она вот полностью в этой конструкции, и она кивать только может и понятно. Скована. Я даю команду на счет 3, отключаю эту конструкцию. 1, 2, 3. Она выходит из биополя, отключается от Людмилы и идет в клетку-тюрьму. Она отключилась, но она с ней связана. Понятно, синхронизированная. Она меня слышит, она может говорить сейчас? На руки трет. Больно говорит. Слышит хорошо. Она тебя? Слышит. Хорошо, Людмила, вы даете нам разрешение на проведение диагностики и чистки? Она говорит, да даю, даю, давно уже надо было сделать такую диагностику. Что ж, вы раньше не приходили? Хорошо, и я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Людмилы, под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Людмилы, находит все. Она говорит, все по врачам ходила, откуда ж я знала, что такие люди, как вы, существуют. Ну, узнали же. Он говорит, если бы не дочка, так бы никогда и не узнала. Она говорит, а этот давно меня похитил. Кто этот? Который в клетке. Хорошо, кто у нас в клетке, Вера? Скан закончился или еще идет? Идет. Ждем. У нее бес, инсектоид, гуманоид вот с этой конструкцией. Дальше. Я не помню, кто еще. Снимаются все маски, голограммы, все сущности проявляются согласно своему эфирному коду ДНК. Кто не проявится, сожгу в клетке. Мимикрирует что-то, Вера? Канал есть, но как-то как черным цветом клетка, не пойму, что это. Хорошо. Достаю свою печать семи архангелов. 1, 2, 3. И мощнейшим ударом сжигаю эту голограмму. Сущность выходит. 1, 2, 3. Удар. Дракон. Какой? Синий. И синий дракон. Достаю печать дракона. 1, 2, 3. Включаю на полную мощность. Хватит, говорит, ты меня и так подпалил своим лазером. Убираю печать. Каким лазером я тебя подпалил? Это была печать семи архангелов. Это не лазер. Лазер у меня на руке. Не знаю, что там было. Подпалил мне. Хорошо, что бока. Ты не выходишь? Хорошо. Это еще хорошо, что бока подпалил. Ты мне скажи, почему ты со мной играться решил? Ты не понимаешь серьезности ситуации, в которую ты попал? Использовал возможность остаться невидимым. Вера, считай цифры у нее над головой. 804. Такой молодой, а такой наглый. И наивный. Хорошо, значит, ты не осознал ситуации, куда ты попал. Синий дракон, как долго ты находился в этом биополе? Первый вопрос. Он вообще не понял, где он. У него первый раз такой. Смотри, чтобы последний не стал этот раз. Я тебе рекомендую отвечать на мои вопросы. Что ты спросил? Мой вопрос. Как долго ты находился в его биополе? 7 лет. 7 лет. Хорошо. Считай цифры над головой беса. 8. 8-герцовый бес. Как долго ты находишься в этом биополе? 3 года плотно сижу. На что зашел? Были другие до меня. Перенял эстафету? Черт был раньше. Ну, черт, они же тебя герцами. Почему 8-герцовый зашел бес? Что тебя притянуло? Он говорит, что черт остался где-то в каком-то жилище. Шел из нее. Угу, понятно. Хорошо, 3 года. Итак, инзиктоид, как долго ты находишься в этом биополе? А что-то жаркое показывает. Погода жаркая. Да, было жарко. 20 лет сидит. 20 лет? Да. Вот это долгожители. И гуманоид, кто ты, откуда ты и как долго ты сидишь? Приветствую тебя. Приветствую. Я с Нибиру. Нибиру. Сколько ты находишься в этом биополе? Скажу, 15. 15 лет. Какая цель твоего пребывания в этом биополе? Что ты отсасывал? ДНК отсасывал. Биоматериал, энергию копировал. И копировал энергию. А ты знаешь, что это, в принципе, запрещено космическими законами? Меня очень смущает твоя конструкция. Много чего запрещено.
И у вас на Земле Да ты есть что? лаборатории, которые запрещены, но вы же их все равно отстраиваете и делаете свои эксперименты. Я не знаю, о каких экспериментах ты сейчас говоришь. Я говорю о тебе конкретно и о твоих действиях. Я не знаю, о каких людях и о каких лабораториях. Но я знаю, что я сегодня буду с тобой очень серьезно разбираться. Я частенько встречаюсь с представителями Нибиру. От него эти цифры 35. Что такое 35? 35 лет ей было, когда он ее присмотрел. 35 лет. Закончил полностью конструкцию он 15 лет назад. Она начала работать, конструкция. Эта конструкция, в ней как вены идут полностью, она циркулирует вокруг нее. Понятно. Считай, пожалуйста, сколько у Людмилы сейчас энергии, какая частота вибрации? 1, 2, 3. Частота вибрации 7. Ужас. И энергии? 35. 35%. Много, чтобы умереть, и мало, чтобы жить. Понятно. Хорошо. Все поняли, куда они попали. Сейчас начнется реверс энергии. Мы отдадим вам темную энергию, заберем светлую энергию, потом каждый выйдет, заберет все, что наставил. После этого я проведу рассинхронизацию, сожгу каналы и проведу проверку 2 миллионами герц. Если кто-то что-то забыл или оставит, он просто сгорит в канале, в своей клетке по каналам. Все, кто пройдут проверку, за исключением гуманоида, с ним буду разбираться еще, уйдут на свою чистоту. Всем понятно? Да. Хорошо. И я даю команду тонкой копии Людмилы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственные за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Выстраиваются каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Людмиле. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что она получила от них, возвращается к ним. Усиливаем потоки в 50 раз. До последнего микрона отчуждаем чужеродную энергию назад. Конструкция идет что-то, Вера? Идет. Хорошо. Бес. Есть лярвы в биополе на теле тонком у Людмилы? А как же? Сколько? Где? Подошва ног. Тяжко ей ходить. Это от лярв, да? Лярва от этого. Лярва от этого. Хорошо. Где еще? От груза. Где еще? Низ живота. Низ живота. А кто был ответственен за боль в пояснице, спине? Конструкция тянула ее. Конструкция тянула. Хорошо, без. Ты хочешь меня спросить, можешь ли ты забрать после сеанса эти лярвы? Да, я бы забрал. Хорошо, я тебе их отдам, дам отдельную команду, когда ты все вытащишь. Я тебе дам команду разрешения забрать эти лярвы. Пока ждем окончания реверса. Бес, скажи, в квартире есть кто-то у нее, где она живет? Ты давно сидишь в теле, ты должен знать. Порталы есть? Там, где я зашел, и есть. Там, где я сейчас, нет. Хорошо. Там, где ты сейчас меня интересовала. Значит, мы, наверное, мы чистили уже эту квартиру. Реверс закончится. Отлично, устанавливаются фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Людмила забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Людмила себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. До последнего микрона. Выстраиваем канал отдельной конструкции. 1, 2, 3. И реверсом забираем весь биоматериал, все частички души. Все, что принадлежит по праву Людмиле и находится на ее чистоте ДНК, все возвращается назад. Опиши, Вера. Ноги отдельно идет по каналу. Возвращается из конструкции биоматериал. Возвращается, да, отдельно идет, там цвета такие синий, красный. Угу. Частички души, все, до последнего микрона, все, что ей принадлежит, возвращается ей. Она говорит, мне тепло стало. Ей как кровь возвращается, синий-красный вот это. В общем, это кровь и сосуды. Они начинают восстанавливаться в ней, циркулировать в голове.
Ей не хватало их. Высосал ее полностью. Готово. Хорошо. Так, реверса мы все забрали. Синий дракон выходит сейчас, достаешь все свои платы, отключаешь, вытаскиваешь все свои энергии, докладываешь о готовности к проверке. Возвращайся в клетку и докладываешь о готовности к проверке. Приступай. В синем теле у него плата синхронизированная, подключена полностью к телу. Все снял. Гуманоиду выходить не надо. Отключай гуманоид. Все, что ты оставил, вытаскивай. Если какие-то частицы остались, все, проверяй, не выходя из клетки. И докладывай готовность к проверке. Но он отключает эту конструкцию к ногам. Она прикреплена. Поэтому она и ходить не могла. По рукам, спина, плечи, голова. В ногах очень сильно она прикреплена. Снял все. Она ходить не могла из-за этого. Хорошо. Так, инзектоид, выходишь. Доставай свой инкубатор, все, что у тебя там осталось. Всю жидкость откачивай. И возвращайся в клетку, докладывай готовности к проверке. Приступай. Большой инкубатор. Ты можешь себе представить, сколько он там за 20 лет вывел уже потомство. Инзектоид, она, скажи мне, она заражала людей? И перепрыгивала, вы почковались там, как это у вас называется, на других людей переходила, твои дети? Редкие случаи, единичные. Единичные. Но за 20 лет ты очень много мог сделать потомства. Куда они все делись-то? А возвращались. То есть ты хочешь сказать, они уходили из матрицы Земли? Да, распределялись там. Хорошо. Вытаскивай все. Готов. Хорошо. Бес, выходи, вытаскивай все, что ты оставил. В клетку не возвращайся, а доложи мне просто, что ты закончил. Приступай. У него в области икры, колени, вот эти места, как путы такие, спутанные ноги. И как это бес действовал на физическом плане на нее? Он говорит, что ее всю разобрали уже. Должен же я был что-то вытянуть для себя. А выше не могу подняться. Ну, понятно, тебя туда не пустят. Я поэтому и спрашиваю, как она на физическом плане отражались эти путы? Боль. Боль. В суставах? Колени? Икры, колени. Икры, колени. Хорошо. Ты оттуда брал. Вытаскивай все. Что он снимает, Вера? Он говорит, плюс таблеточки мне нравились. А она таблетки от боли принимала, да? Горстями. Не только от боли. О, да. Здесь, конечно, надо сразу сказать, что таблетки и космические, и безы очень любят. Я помню, у нас когда-то спрут был, который от таблеток болеутоляющих балдел человеческих. Наркоман такой. Все снял. Хорошо, без, я разрешаю тебе снять все лярвы. Ничего не забывай. Приступай. И возвращайся потом в клетку. Готов. Хорошо. Так, я даю команду на счет 3. Начинается рассинхронизация энергии Людмилы с энергией беса, инзектоида. Двигнув 100%. Готово. Хорошо. Подхожу к Людмиле, кладу руки на плечи. И даю импульс высоковибрационного шока удара. Сжигая все каналы, значит, 3, 1, 2, 3, удар. Сжигаются все каналы, отлетают. Все отлетело, Вера? Да. Открывается портал в галактическое ядро, все каналы улетают на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Хорошо, я даю команду сканеру на контрольную проверку. Значит, 3, 1, 2, 3. Сканер проводит контрольную проверку. Малейшие наночастицы уничтожаются на месте, которые были... Будут обнаружены, если что-то крупное осталось, загораются ярко-красные маячки. Пошел скан. Зеленый. Хорошо, все прошли проверку. Начинаю отпускать. Без. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. Без забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяй. И с тобой огненную пентаграмму. Готов. Инзектоид, готов уходить? Готов.
Открывается наверху портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Синий дракон готов уходить? Да. Дай мне слово синего дракона, что ты больше в это биополе не придешь. Если, конечно, хочешь встретиться со мной, то пожалуйста. Нет, он дальше пойдет, дает слово синего дракона. Хорошо, открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. 1, 2, 3. И синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, и я прошу Ли выйти на связь. На связи. Приветствую тебя, Ли. У меня сейчас опять не виру. Гуманоид. 35 лет сидел, конструкция стоит, сумасшедший отток энергии. Посмотри, пожалуйста, конструкция стоит в клетке, гуманоид тоже. Она говорит, что заберем, будем разбираться. Конструкцию уничтожили? Забирает тоже. Забираете, хорошо. Да, забрали все. Все ушли, поехали по частотам. И? Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Людмила, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Легче намного, но привыкать мне надо к моему состоянию. К этому лучше будет легче привыкнуть, чем к этим интерферентам, которые сидели у вас. Хорошо, у нас остались 10 вопросов к куратору. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам в комнату прийти куратора или учителя Людмилы. Девушка. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Людмилы. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Я приветствую всех. Обращайтесь ко мне, Гея. Гея. Вы куратор Гея? Я куратор. Очень приятно. Меня зовут Влад, это Вера. Рядом стоит ваша подопечная Людмила. По ее просьбе мы проводили чистку. Ее биополе вытащили страшные вещи. Там и гуманоид сидел 15 лет, и все остальные. Инзиктоид 20 лет. Сейчас она чистая, полная энергии. Совершенно забыла высокие свои энергии и вибрации. И вот она написала еще 10 своих вопросов куратору. Мы просили не спрашивать о материальных, земных вещах, а пытались объяснить, что куратору важно духовное развитие своего подопечного. Ну, в общем, какие вопросы получились, такие и получились. Если вы будете так любезны ответить на эти вопросы, уважаемая Гея, мы были очень бы вам признательны. Вы должны понимать, что уровень развития души вы можете видеть по вопросам. Да. Я могу много что рассказать, но на многие вопросы ответов пока нет и не будет. Безусловно, надо достичь какого-то прогресса сначала, возможно, потом появятся какие-то ответы, но над этим надо работать. Тогда мы можем попросить вас, уважаемая Гея, может быть, на те вопросы, которые вы не хотите отвечать или не можете отвечать по каким-то причинам, просто скажите следующий вопрос. Я постараюсь ответить на все вопросы. Благодарю вас. Тогда я начинаю с первого вопроса. Кто я и откуда моя душа? Я не понимаю вопрос, кто я. Я понимаю. Душа земная, но первую часть вопроса я не поняла. Объясните. Да, честно говоря, мы сами не можем его понять, эту первую часть вопроса. Кто я? Я понимаю, какая я душа. Космическая, земная душа. Хорошо. Ну, откуда моя душа? Это вы уже ответили. Значит, земная душа с Земли, правильно? Правильно. Благодарю вас. Это был первый вопрос. Второй вопрос. Какой уровень моего высшего я? 7 на 8 переходит. Переход на 8 уровень. Благодарю вас. Третий вопрос. Сколько у меня было воплощений на Земле? Но она написала, сколько было воплощений моей души на Земле? 15. 15. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Расскажите, пожалуйста, про мое последнее воплощение на Земле. Кем была, чем занималась? Когда это было возможно?
Самое крайнее воплощение происходит прямо сейчас. Это верно. Именно в нем я предстаю куратором. Ну, может, вы посмотрите в архивах, если вы считаете нужным рассказать ей о последнем воплощении ее на Земле. Я посмотрю, чтобы удовлетворить ваше любопытство. Да, здесь дело в том, что это не последний вопрос про последнее воплощение. Здесь будут и другие прошлые вопросы, поэтому я их буду просто зачитывать, а вы будете решать. Предыдущее воплощение было в 1730 году. Где? На Мальте. Мальта. Мужчина, женщина, чем она занималась? Женщина. Женщина, хорошо. Род деятельности? Рыбацкая деревня. Ух, как интересно. Рыбацкая деревня. Значит, была связана с морем. Жена рыбака. Плела сети. Дети были? Были дети. Была ворчливая. Постоянно упрекала мужа в том, что он пропадает. Требовала внимания к себе. Трое детей было. Благодарю вас. Сколько она прожила в той жизни? 72 года. Была. Пожалуйста. Веселая, красивая девушка, пока не начала требовать все больше и больше от мужа. Это погубило ее и ее душу. Понятно. Перевесил баланс. Что еще вам интересно? По этому воплощению вопросов больше нет. Благодарю вас, уважаемая Гея. Но здесь она спрашивает в следующем вопросе, в пятом. Встречалась ли я в прошлых воплощениях с душами моих мужей? Пишет во множественном числе. Значит, да, первым мужем. С первым мужем. Прошлое воплощение. Вот это она была с ним на Мальте, да? Да. Благодарю вас. Я перехожу к шестому вопросу. Пожалуйста. Какое предназначение моей души в этом воплощении? Развитие души. Для тебя твое развитие – это баланс и гармония. Если ты будешь балансировать энергии внутри себя, обменивая космические земные энергии, ты будешь принимать правильные решения. Баланс терпения и отдачи не будет нарушен. Это то, что тебе нужно было прорабатывать. Сейчас мы спросим тонкую копию Людмилы, понимает ли она, о чем идет речь. Что ей говорит куратор? Она пытается осознать. Хорошо. Хорошо. Благодарю вас, уважаемая Гея. Ей надо будет больше анализировать. Ты задаешь странный вопрос. Я объясню, почему странный. Людмила написала этот вопрос к своему куратору, то есть ко мне. Из этого я могу сделать вывод, что она готова и понимает, о чем она спрашивает. Да, это ее вопрос. Наверное, мой ответ поможет ей осознать что-то и переоценить свои возможности и знания, а также уровень души и баланс Земли и космоса, который ей очень важен. Как земной душе, безусловно. Да и всем нужен, людям нужен баланс между Землей и космосом. Мы сегодня активировали в ней Меркабу. Вот. И когда мы активировали, она сказала, что таких энергий она еще уже не помнит, когда чувствовала. Она прожила больше полжизни на низких вибрациях. Но когда ее доставили к нам в комнату диагностики, у нее было всего 7 Гц, 7 и 35% энергии. С такими показателями, безусловно, очень трудно развиваться. Вот. Это ее задача. Это ее задача. Регулировать Меркабу и научиться балансировать энергии. Найти баланс и гармонию. Да. Благодарю вас, уважаемая Гия. Если вы позволите, я могу переходить к следующему вопросу. Да.
Седьмой вопрос. На что мне обратить внимание, чтобы улучшить свое физическое состояние? На свои энергии, внутренний обмен, как я уже сказала, Земли и космоса. Я хочу объяснить, что раз ты находишься в этой комнате диагностики и разговариваешь со своим куратором, значит, ты должна понимать, что кроме физического тела у тебя существуют энергетические тела, которые в абсолютном хаосе были до сегодняшнего дня и которым ты проявляла очень маленький интерес, чтобы развиваться дальше и привести свое физическое состояние, скажем так, облегчить боль физического тела, ты должна обратиться к своим энергетическим телам, держать их полным энергии, представлять эти энергии, пропускать через себя, видеть, как они циркулируют, наполнять больные органы этими энергиями и получать связь между Землей и космосом. Я могу рассказать больше, но ты не готова. Тебе нужна определенная информация, прежде чем мы можем продолжать. Уважаемый... Только так физическое тело сможет быть в балансе с энергетическими телами. Только так физическое тело получит облегчение. Уважаемая Гея, мы, в принципе, этот сеанс ей передадим. Там мы ей показали технику, когда мы заполняли энергиями, мы дали ей цифры, сколько ей нужно энергии, какая частота вибрации будет максимально комфортная. И она просто должна прослушать сеанс и повторять эти упражнения, заправлять себя каждый день этими энергиями. Это практически то, о чем вы говорили пару минут назад. И синхронизировать их, и гармонизировать. Но это работа над собой. Я лишь скажу, что она должна понимать, что она делает. Должна осознавать, просто что... Просто так давать команды и читать манифест. Это не помогает. Абсолютно верно. В это надо верить. В каждое слово. Нужно понимать, что ты говоришь и делаешь. Только так ты можешь визуализировать и прогонять через себя энергии. Все остальное будет лишь слова и помощь на неопределенное время, какое-то облегчение придет, но это будет лишь временное, краткосрочное облегчение, если ты не будешь работать над собой. Очень хороший ответ, развернутый, благодарю вас за него, Гея, здесь нечего больше добавить. Если вы здесь с этим вопросом мы закончили, я перехожу тогда к восьмому вопросу. Да. Я за него сразу должен извиниться, потому что мы, в принципе, говорили, ни один куратор, ни один учитель никогда не будет принимать решение, что делать, что не делать душе на земле. И вот восьмой вопрос, к сожалению, он касается этого. Для меня этот очень важный вопрос. Она пишет, переезжать ли мне к детям в Норвегию? Конечно же, я не смогу ответить на этот вопрос, так как я не могу решать и принимать за тебя, делать решение за тебя. Я лишь могу посоветовать. Представь весы, на которые ты складываешься за и против. Раздели чистый лист бумаги на две части за и против. Проанализируй свой вопрос, и ответ выйдет сам собой. Благодарю вас. Но это должно быть и обязательно ее личное решение. Здесь решение не надо будет принимать. Я уже сказала, ответ сам собой выплывет, сам выплывет на поверхность. И это будет объективное решение. Это будет проработанное, проанализированное решение осознанной души. Вы позволите переходить к девятому, предпоследнему вопросу? Пожалуйста. Девятый вопрос связан со здоровьем. В чем причина болезни моих колен, позвоночника и печени? Колени и позвоночник, я вам могу сразу сказать, это была конструкция гуманоида, которую мы вытащили. А за печень я не знаю, может, вы посмотрите.
Я могу лишь сказать, что это разгармонизация. Разгармонизация. Вы забываете про то, что у человека есть воля. Если ты не применяешь свою волю и не выставляешь твердое слово, интерференты будут всегда нападать на твои энергетические тела. Можно сказать, это их прямая обязанность. Но если человек не интересуется этими телами, а живет материальной жизнью и думает, что все, что у него есть, физическое тело, забывая про волю, энергии, осознанность, развитие, вы даете, открываете дверь и даете шанс ставить вам эти конструкции. Поэтому здесь две причины. Первая — это дисбаланс, неразвитие, уделение внимания лишь физическому, без духовных и энергетических тел. И как результат — конструкция гуманоида. И в конечном итоге мы имеем то, что имеем. Абсолютно верно. В конце мы имеем то, что имеем. Так и есть. Все это можно облегчить, улучшить. Может быть, что-то совсем исправить, но это работа над собой, над телами, энергиями, баланс и визуализация. Я уже говорила прежде. Когда ты будешь понимать, что это, как это работает, мы можем использовать какие-то техники. На сегодняшний день рано говорить о практиках, когда ты не знаешь теорию. Благодарю вас, уважаемая Гия. У меня остался последний вопрос. К сожалению, он тоже связан с материальными вещами. Здесь, конечно, вы решаете сами. Я должен его просто прочитать. Десятый на вопрос. Все материальные вопросы, и я не смогу сказать, ответить, что делать. Я говорю заранее, это ваше полное решение. Решение души. Как вы и сказали в начале души, в начале разговора, душа пишет вопросы согласно своей осознанности. Совершенно верно. Итак, десятый вопрос. Что сделать мне, чтобы благополучно для меня разрешилось наследованное дело? Я понимаю, речь идет о наследстве. Я не могу вмешиваться в этот вопрос. Так это вопрос ни одного куратора. Конечно. Если есть два человека, безусловно, есть и два куратора. А может быть, даже и три человека, и три куратора. Поэтому... Что я сказала сделать, это вернуться к моим предыдущим ответам про баланс и гармонию. Пока ее не будет, не будет правильных ответов. Благодарю вас, уважаемая Гея. Мы закончили. Это были вопросы, которые написала ваша подопечная. Если вы сейчас от себя хотели бы что-то добавить, это был бы самый лучший момент. Да, хотела бы добавить, пожалуйста, что Людмиле нужно расставить правильно приоритеты, начиная с самого важного. Это первый шаг. Список приоритетов. Самое важное. Первое. Мое физическое здоровье. Второе. Мое духовное развитие. Третье. Нахождение рядом с моими внуками. Четвертое. Наследство и все материальное, что я могу потерять или приобрести. Это простой план, который пришел ко мне прямо сейчас. Это пример, не надо следовать ему. Душа должна составить сама такой план своих приоритетов. Может быть, последнее встанет на первое, а первое уйдет в никуда. Я лишь показала пример. Если ты знать будешь план своих приоритетов, от этого и нужно начинать. Работать с первым. Если это вопрос по наследству, тогда нужно решать его и бросать все силы туда. Если это проработка души, тогда нужно успокоиться, найти гармонию, баланс. Как я уже сказала, иметь теорию, чтобы перейти к практике и все остальные вопросы.
мягко решаться сами или приобретут совсем другой смысл. Я не могу тебе советовать, что ты поставишь в приоритете. Это осознание души, проработка жизненно важных для тебя вопросов. Пока ты стоишь между духовным и материальным, я не могу тебе ничего советовать, кроме того, что ты должна определить, что для тебя важнее. И сделать этот лист с этими приоритетами, поставить на самой распределить эти места и следовать своему списку. Но для этого, как совершенно верно. Для этого вы и сказали, нужно, это слово уже вы раз пять повторили, надо работать над собой. Надо получать эти знания, надо этим интересоваться. Я со своей стороны только хочу сказать, что каждое наше желание, если оно твердое, открывает нам двери. Мы получим эти знания, мы их найдем, они нам упадут, попадется книга, откроется какая-то страница. Надо знаки смотреть вокруг себя, невидимый мир нам подсказывает всегда. Но для этого самое надо главное, что открыться. После этого многие вопросы отпадут сами собой. Сами по себе, безусловно. И не будут вообще важны, так как она поймет суть своего пребывания здесь. Но я не буду толкать к следующему шагу. Этот шаг должна быть душа сделать сама. Мы сюда не отдыхать пришли, уважаемая Гея, для того, чтобы работать. И пришли мы по собственному желанию. Куратор может только корректировать, направлять, но куратор никогда не скажет, иди в этом направлении, а в этом не иди. Поэтому я считаю, вы все замечательно обосновали, ответили на эти вопросы. И со своей стороны мы выражаем вам, примите, пожалуйста, нашу искреннюю энергию благодарности от меня, от Веры, и от Людмилы. За эти ответы мы очень надеемся, они помогут ей. Я очень надеюсь и благодарю за эту встречу, Людмилу. И вас. Я рада знакомству. И очень надеюсь, что Людмила проработает свои ошибки и даст душе развитие. Уважаемая Гея, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждому куратору, каждому учителю, а здесь было уже несколько сотен со всей галактики, мы всегда преподносим один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными спелыми ягодами на Земле. 1, 2, 3. И мы спрашиваем, будет ли уважаемая Гея так любезно принять этот скромный подарок. Это единственный чистый продукт, который у нас на Земле остался. Возможно, вы захотите с друзьями поделиться. Мы бы хотели вам оставить это на добрые воспоминания о нашей сегодняшней встрече. Вы меня смущаете. Это замечательный подарок. Я буду рада держать его при себе, вспоминать об этой волшебной встрече. Благодарим вас, вы нам доставили огромное удовольствие, большую радость. И на этой прекрасной ноте я не говорю прощайте, я говорю до скорых встреч. Я очень надеюсь, что встреча будет скорой. Мы очень надеемся. Все лежит сейчас в руках Людмилы. Ей ничего сейчас не мешает, никаких внешних интерферентов нет. Ей просто надо сейчас работать над своим сознанием и делать каждый пункт, о чем мы сегодня проговаривали в этом прекрасном разговоре. Вы указали все основные моменты, куда идти, как двигаться, на что обратить внимание. Благодарю. И я благодарю вас. Желаю вам всего наилучшего, высоких энергий, чистых вибраций. И до скорых встреч. Всего доброго. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо. Людмила, как вам встреча с вашим куратором? Вы все поняли? Столько много информации. Слушать, не переслушать. Слушайте этот сеанс, переслушивайте. И самое главное, после этого начинайте действовать. Это именно то, что хотел вам донести ваш куратор. Много интересного и непонятного мне. Разберетесь. Больше, чем уверен. Куратор вас уверен, что вы разберетесь. Хорошо, будем возвращать вас назад. Вы сейчас чистая, ничего вам не мешает, за правильными энергиями и получили ответы от своего куратора. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Людмилы в систему биоробот-душа. Заводим
подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Я на месте.